Косов поехал за ворота. Передача Гике. Кейлов. Виртанен единственный защитник. Кейлов пытается раскачать оппонента. Виртанен смотрит, бросает с кистей. Добивание будет, безусловно. И Илья Ежов крадет эту шайбу у Томаша Гики. Ну как к такому привыкнешь? Посмотрите, раз, рикошет, отбивает щитком Ежов. И затем шайба переходит направо. Гика видит шайбу, видит верхний угол. Ищет. Ежов изящно перемещается. Щиток перекрывает низ. Ловушка, если что, тоже готова к работе.